Это «Точка зрения». Меня зовут Дмитрий Пономарев. Здравствуйте. Сегодня разговор в нашей программе пойдет о винограде и о благородном напитке, который из него готовится. В нашей студии заместитель начальника управления виноградарства и винодельческой промышленности Министерства сельского хозяйства Краснодарского края Симон Альфредович Черепнин. Добрый день. Добрый день. Ну, давайте поговорим с вами в первую очередь о том, какой урожай наша любимая Кубань собрала в этом году, урожай винограда, и насколько этого достаточно для нашего собственного потребления. В этом году у нас сейчас вот недавно завершилась уборка винограда, буквально несколько дней назад. Мы собрали 209 тысяч тонн винограда. Это примерно больше на 5%, чем в прошлом году. Это запланированная цифра, и мы ее достигли. Но если говорить об обеспеченности виноматериалами нашего производства в масштабах края, то мы обеспечиваем себя примерно на 65%. А, к сожалению, еще 35% виноматериалов мы должны закупать со стороны, в том числе и по импорту. Но если даже у нас, например, будет расти ежегодно, вот какой-то будет прирост по количеству собранного винограда, ну даже по 5%, это получается, вот буквально через несколько лет мы полностью всю потребность закроем. Действительно, по расчетам примерно нужно, ну не несколько лет, но лет 7-8 лет, чтобы, если сохранить взятые темпы закладки виноградников, мы достигнем обеспеченности собственными виноматериалами своего производства. Вот очень хорошо, что вы сейчас сказали именно о закладке виноградников. Есть какие-то планы по закладке на 2018-2019 год? И какие районы у нас, скажем так, на Кубани являются традиционными для винограда? Ну, в этом году мы планируем нарастить объемы закладки и заложить порядка 2100 гектар виноградников. Вот на сегодняшний день уже заложено 1300 гектар виноградников. Основная закладка ведется осенью, то есть она вот именно сейчас идет. В где-то конец, самый конец октября, ноябрь, декабрь. И у нас планы, мы планы 2100 гектар заложить. И в 2019 году ну, порядка 2300 гектар заложить. Это темпы роста позволяют нам в ближайшей такой перспективе, просматривая, достигнуть обеспеченности виноматериалами собственного производства. И какие районы у нас, получается, являются такими ключевыми? Ну, да, традиционно это Темрюкский район, там закладываются более 50% всех виноградников. Затем Анапа, Крымский район и Ейский район. Какие достижения кубанских виноделов в этом году вы могли бы отметить? И как много вина планируется произвести до конца этого года? Ну, если говорить о достижениях, то в этом году уже на международных конкурсах мы завоевали 71 медаль. Это Вена, Лондон, и из них 3 золотых. В прошлом году, это еще все конкурсы не закончены, в прошлом году у нас было 11 золотых, и даже одна платиновая медаль завоевала это вино 100 оттенков красного Саперави, Фанагорийская завоевала высшую награду, которую может только завоевать вино в Лондоне, это платиновое. А планируем мы в этом году произвести 14 300 000 декалитров вина и порядка 3 700 000 декалитров шампанского. Это примерно будет по вину прирост на 8%, по шампанскому на 3%. Хотелось бы еще узнать, я думаю, что наверняка среди наших телезрителей есть люди, которые, возможно, в данный момент занимаются профессионально виноделием или, может быть, мечтают всю жизнь этим заниматься, тем более, что для этого есть действительно огромное количество условий. Вот сейчас следующий мой вопрос касается именно условий. Как государство, как конкретно наше краевое министерство оказывает поддержку тем людям, которые занимаются виноделием? В этом году выделено порядка
и освоено 420 миллионов рублей на поддержку виноградарей и 11,3 миллиона рублей на поддержку виноделов. Значит, конечно, еще пока не все виноградари получили эту государственную поддержку, но в следующем году у нас планы, значит, порядка, как мы планируем оказать государственную поддержку в районе 800 миллионов рублей. Так что все те, кто желают заниматься виноградарством и виноделием, милости просим. Для них есть действительно для этого все условия. Не только природные, не только, скажем так, климатические, но и действительно первоначальные расходные средства, потому что я представляю себе, каких серьезных денег, да, действительно стоит эта отрасль и ее ведение. Почему же Краснодарский край настолько внимателен именно к виноделию и к виноградарству, и какие это приносит плоды, помимо прекрасных новых сортов вина, там, я не знаю, развития каких-то классических сортов? Возможно, это как-то влияет на туристическую отрасль, на какие-то репутационные моменты. Вот расскажите об этом. Ну, вообще очень правильный вопрос. Вот мы полагаем в министерстве, что виноделие и виноградарство в Краснодарском крае является как бы визитной карточкой края. Созданные, вот это Богом данные условия, таких нет нигде. Даже в Крыму нет условий таких для выращивания винограда. Мы обладаем абсолютными конкурентными преимуществами, данными нам природой, по выращиванию винограда и производству вина. Вообще эта тема может быть стать даже вот в нашем масштабе это национальным проектом. Нигде нет в Российской Федерации таких условий, и никто не производит столько винограда и вина. Мы являемся лидером и по площадям виноградников, и по производству винограда, по производству вина, по производству шампанского. Кубань – абсолютный лидер в Российской Федерации. И мы намерены сохранить эти лидирующие позиции и впредь. А почему много внимания уделяется? Я считаю, это абсолютно правильно, потому что гости и приезжающие в курортно-летний период в край и посещающие местные винодельни, потребляющие наше кубанское вино, уносят с собой определенную частичку нашего кубанского гостеприимства, ищут потом это вино у себя в своих регионах. И мы таким образом и продвигаем эту продукцию на наш рынок российский. Ну и напоследок давайте порассуждаем на тему, сколько же действительно стоит вот на сегодняшний день хорошая бутылка, доступная бутылка вина кубанского вот для нашего потребителя. Во сколько она обходится? Ну, мы делали такие оценки, мы следим за ценообразованием, сколько это вино стоит, отпускные цены с предприятий, оптовых баз, розничных магазинов. Вот по нашим оценкам, достойное вино, приемлемое, натуральное вино хорошего качества, оно должно стоить не менее 200 рублей. Вот ответ такой, от 200 рублей. От 200 рублей. Ну, это, мне кажется, более чем скромная цена, с учетом того, что выбор невероятный, и то, что на полках обычно всегда соседствуют вина зарубежные, вина там точно так же крымские стали появляться, да, на полках наших магазинов. Спасибо огромное, что были сегодня в нашей студии. Я желаю удачи в вашей отрасли. Я так понимаю, что в любом случае максимальные итоги будут подведены, наверное, уже ближе к наступлению Нового года. И желаю, чтобы эти итоги порадовали не только ваше министерство, но и всех жителей нашего края. Спасибо вам. Это была «Точка зрения». До встречи на телеканале «Краснодар». Всего доброго.